Катрены Создателя. Создатель знал, что доктрина разбудит Россию. Все люди хотят знать, что ее ждет. Бог предложил ей миссию. Бог обещал, что пророк тоже придет. Все сбывается, когда Бог творит. Народ России не понимает себя. Не понимает, что власть уже натворила. Россия пока не слышит меня. Россия в пассиве и слушает власть. Но власть давно продалась Западу. Россия давно разделена на части по международному капиталоплану. В планах Запада уже нет России. Все делается против нее. Разделить природные ресурсы – их миссия. Для власти Запад гарантирует в мире жилье. Запад и власть забыли о Боге, что планета принадлежит не им. Поменяются скоро все итоги. Прозвучит на планете Создателя гимн. Все, что планирует Запад, не будет. Все, что планирует власть, разрушится. Создателя пророк у руля будет. Все, что Бог планирует, случится. Люди не понимают, что пришло время. Не просто время, а время экзамена. Пандемия для людей совсем не бремя. Бременем будет скоро великое преображение. Бог дал месяц для всех в этом мире. Особенно важно, что для России начинается великое перемещение, или по-другому, великая миссия. Люди должны знать, что все изменится. Прошлое уже не вернуть. Вращение планеты тоже изменится, и капитализм не вернуть. Будет другое, шестая эпоха, пятая с измами навсегда уйдет. Для людей с деньгами будет очень плохо, время великого духа взойдет. На кладбище останется капитал, власть не воспользуется деньгами, час расплаты за ее ложь настал. Деньги превратятся в татами. Наступило время Бога отбора. Нет для Бога ничего сложного. Будет хорошо видно лгуна и вора. Богу опустить его в ад несложно. Список для ада давно известен. Правительство и, конечно, Дума. Отбор для Бога сегодня уместен. Люди должны были раньше думать. Теперь уже поздно просить прощения. Когда грабили Русь, не оглядывались. Началось великое богоотмщение. Пожалеют некоторые, что родились. Время отмщения коснется всех. Пандемия им покажется раем. Бог спросит каждого строго и всех. Всех заденет и никого краем. Месяц на размышление. Июль – экзамен. Ничего изменить нельзя. Начинается время в духе уже перемен. Бог покажет, у кого и какая стезя. Время пришло, июнь наступил. Весна перешла в лето. Бог уже новые семена посадил. На прошлое наложено вето. Аминь, Отец Абсолют. 2 июня 2021 года. Катрен, время пришло, июнь наступил.